По-моему, я этот каталог листала с жопы, как выяснилось. Но следующий, пятый каталог, который, я надеюсь, тоже когда-нибудь посмотрю, и, может быть, даже влезу еще до того, как он будет действовать у тех, у кого он действует за два. Ну, в общем, у нас мы или где-то там трансцент, забыла кто, короче, те, кто бегут вперед на пару каталогов. В общем, оказалось, что это жопа каталожная. Вот это жопа каталожная. Сейчас мы это перевернем. Так вот, следующий каталог, он без жопы. Он как обычный каталог. От начала и до конца. Вот оказалось, это начало. Да, у меня тут это куда-то он вляпался. И на морде лица девушки не только Эйвен, но еще и что-то другое. Корейская каталога. Серии мужик закапывался.
он сейчас 450. Оригинал был планка. У меня есть во флакончике коллекционном, лимитном, скажем так. Ей уже лет 10, наверное, и аромат не сменился ни разу. Мне дарила. Ну как дарила, отдавала то, что ей самой не понравилось. Перекушали. Нам не кушали.
шампуней, но один там уже снялся, один мне нравился, но что-то последний раз не пошел, хотя я заказывала уже сама у подружки. Лотос и базилик, вот Avon Naturals для волос, вот эта серия, в принципе, она, мне кажется, неплохая, но вот мне не все подходит для волос. С одной стороны, если воспринимать, что масс-маркет, сойдет. Иногда у меня тупо бывает такой момент, что такая, ой, блескливая, с опаской какой-то относишься к подобным шампуням. В принципе, я бы заказала, может, как-нибудь себе что-то подобное. Чисто даже на пробу. У меня был бальзам для волос. Подружка дарила на Новый год. И вот сыворотка, я не помню, какая, но, в принципе, сыворотка волос, как я поняла, она еще у меня есть, бальзам неплохой. Сама я, кажется, вроде какой-то шампунь из этой серии Advanced Technic покупала, но давно уже, вообще, когда я была еще представителем, наверное. Но в комментах мне писали, что, в общем, неплохие это шампуни, вообще серия сама. Но я думаю, если ее до сих пор производят, то, в принципе, люди будут. Что на масло, что не на масло, чисто временно увлажнить.
Шарфик, но я заказывала как-то пару Эйвон очень.